Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня Empire Puzzles, и мы поговорим про героев. Немножко я уже разобрался, где, какие, что и как, и поделюсь теми, кто не знает. Вы напишите в комментах, кто знает больше, чем мы, нубы. Будем это показывать дальше. В общем, само, скажем так, все основано вокруг героя в этой игре. То есть есть 5 цветов у нас в данном случае. Это красный, фиолетовый, желтый, синий, зеленый и синий. Вроде уже все назвал. Короче, вот так вот. 5 цветов, которые, по сути, есть на поле боя. То есть на наших пазлах, давайте я там 12-9, которые прохожу. Вот такой вот у меня, допустим, состав. Герои делятся по звездочкам, то есть от 1 до 5, самый крутой, естественно, это 5 звезд. Также они делятся по классам, также имеют семьи. Это относится к героям Атлантиды. Также их можно повышать, помимо того, как повышать уровень, можно делать типа ихний ап, это перерождение, как у нас в битве замка, например, эволюция. Для этого нужны камни, эти перерождения дают дополнительно еще бонусы героям. В общем, уйма всего, можно по-разному их прокачать, разные составы брать, то есть героев очень много, то есть в каждой фракции давайте забьем. То есть, как видите, вот, соответственно, за урон каждого вот этого камешка отвечает определенная фракция. То есть красный, противоположный. И у нас точно так же, как есть у нас смотрители, где они работают друг против друга, точно так же и здесь, в принципе, система основана, что красный имеет больше урон против зеленых, зеленые против синих, а желтые и фиолетовые, они где-то плюс-минус равнозначные. Соответственно, они наносят друг другу одинаковый урон против других. Они тоже равнозначны. Вот. То есть ваши герои. За убийство вот этих камешков вы получаете ману определенному герою. Соответственно, он может использовать свой комбо-скилл, скажем так. У каждого героя есть герои на атаку, на деф, на отражалки, вспомогательные. В общем, к этому мы дойдем. Буду я вам делать обзоры на отдельных героев, которые у меня уже есть. У меня есть уже большинство, скажем, таких самых востребованных героев. Еще некоторых я дособираю со временем. Все равно их всех не успеешь, потому что тут игра основана даже для доната. Здесь, я вам скажу, не особо комфортные условия. Здесь надо чисто играть все время. И, соответственно, у вас будут прокачки. Вот, видите, получили еще дополнительно героя такого вот и такого. Первая, вторая звезда. Так, окей. В общем, я вам показал основное. Поехали в героев. Что там у нас такое интересное? Вот давайте вот Вика, да, вот для меня это на сегодня самый такой, у меня самый топовый отхил. Плюс 43% восстанавливает здоровье всех героев и плюс 60% защиты на 4 хода. То есть это немало, скажем так. Это у меня уже второе перерождение. Вот я добил 60 уровень. Следующий этап мне надо переродить. Надо еще две сферы таких. Ну, 442 капища. То есть надо прокачивать, соответственно, здание. Ну, как видите, параметры улучшаются не на особо там много. То есть она встает первого уровня, но потом я дальше могу ее еще прокачивать. Соответственно, ее параметры будут выше, чем мои вот эти. Вот так вот, плюс я получу еще плюс один скилл. Дальше нюанс следующий за... Вот, давайте вот сделаем перерождение Мелиндера. Вот видите, у меня есть все ресурсы, нажимаю переродить. Все ресурсы капают в него. И, соответственно, у него повышается плюс один навык. То есть навык можно получить как путем увеличения левела. Сейчас я вам это тоже покажу. В следующий раз переродить. 273 камня надо. Тоже можно будет насобирать или сделать это. Такс. Вот такие вот у него сейчас статки. Повысить уровень. И смотрите. Давайте так, чтобы на максимальных
показать вам, чтобы вы видели. Допустим, за L, да, мне дадут 1200 HE плюс D-левелы я сделаю, и шанс повышения любого уровня 5%. А теперь смотрите, ставлю маркер, это в два раза больше. То есть, когда вы улучшаете ваших героев, за каждую звезду вашего цвета дают 2% на повышение уровня скилла. То есть, если мы наставим вот таких вот, образно говоря, вот уже 50%, если я наставлю 5 таких героев, у меня 100%, что повысится. Ну, в основном свыше 40-50 уже повышается 100%. Там бывают нюансы, конечно, но 60-70 это уже 100% у вас повысится. Так, если мы поставим синих, то есть, соответственно, у нас меньше. Поставим меньше звезд, у нас ничего не будет. Смотрите, так я кого-то там уже... Вот у меня есть куча зеленых первого уровня. Вот 20%. Я 10 человек выбрал. Повышение. Особый навык не улучшился. Сейчас будет еще меньше. Еще плюс 10. Как видите, шанс вообще 13%. У меня уже нету. И особый навык улучшился. Вот так вот. То есть опять же рандомчик. Но... В принципе, по-разному бывает, тут не понять. Итого у нас уже четвертый уровень, 38% здоровья выбирает усиление. Вот так вот. Также есть, вот они делятся классы, как видите, монах. Это для дальнейших прокачек, когда заполнится моя шкала перерождения, я открою потенциал героя, смогу дальше скачать их скиллы, там надо будет... разбойник, то есть вот такие вот класс боец, классов очень много разных, варвар. Есть также такое понятие, как семья. Семья Сакуры, семье дают бонусы время сражения каждому уникальному герою из этой же семьи. Если два героя, у вас плюс 2% генерации маны, если три героя, плюс 4%, 7+, ну то есть и так далее. То есть выставите больше героев, соответственно, получите больше плюх. То есть разные герои, есть разные связки, и просто нереально много всего. Так, давайте поехали дальше, покажу вам запасы мои, отряды. Также они усиляются отрядами, в зависимости от того, какой герой, ему добавляется отдельный отряд, он улучшает его параметры. Отряд тоже прокачивается, это я вам тоже показывал. Такс, плюшки, которые на улучшение. Вообще, вот эти эмблемки, с помощью которых можно будет потом улучшить. В зависимости от того, какой у вас герой, то есть сколько в нем звезд, соответственно, столько надо будет эмблем, чтобы улучшить этот скилл. Я пока до этого не дошел, напишите в комментах, кто уже дошел, напишите, что надо будет, какие трудности, и реально ли это сделать быстро, и где быстро фармить. Сегодня была акция, вот такая вот комплект эмблем теней, я ее забрал, они по 150, по 5 штук. Я забрал, там получается плюс 10. Вот эти вот акции, все честно скажу, это чистый разводняк. Вот я взял, тут по 2 предмета падает, и то очень хило падает. То есть как минимум 2 из, 2-3 падает, и падают просто обычные расходники. Поэтому лучше покупать уже 100% плюшки. Давайте найдем с кем повоевать. Поехали, сольемся. Отлично, сейчас я буду контратакой получать обратку. Ну, в принципе, уже не буду. Вот видите, сейчас на них... А, убили его, к сожалению.
Сейчас на них была контратака, мы не успели снять. Можно было снять Виллендером этим. Соответственно, ничего больше не получить. То есть он снимает усиление с врагов, плюс дает отхил. Ну, как видите, там неплохо нас тоже дамажит. Самое интересное, что здесь вот Вивика, сейчас посмотрите на отхил Вивики. По 400 хилит процентуально. Плюс это, то есть у меня в основном вот здесь 3 отхила стоит, и мне в принципе хватает вполне их. Ну и сам по себе, вот, например, Вилбер, он очень хорош в плане того, что... Немножко не туда, ладно. Так. Курса. Видите, она блокирует. А, то есть, он, вот, если брать Вилбера, он бафает деф моим и... раскидывает весь урон, плюс кидает дебаф вражеским героям, соответственно, тоже им понижает. Ихний деф. Ну вот мне этих троих героев, в принципе, должно вполне хватить, чтобы его слить. Бывают разные случаи. Как показывает практика, никогда не зарекайся. Камешки может не пойти так, как надо. В итоге можно очень хорошо обосраться. Ну, тут эти вдвоем дают деф. Видите, как плохо, когда у тебя, ну, тоже хилит нехило так. 300 уже. Ну, у меня герои все-таки помощнее будут. Вот опять отхил, деф. Увеличение атаки. Увеличенный ход урон 140%. Вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, пироги и дела. Вот так вот трешуем. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.